3D-принтеры, лазерный гравер, 3D-ручки. Здесь идеи обретают материальную форму. Хай-тек считают сердцем кванториума. В этой высокотехнологичной лаборатории можно изготовить любую необходимую деталь для проектов других квантумов. Обучение в хай-тек цехе позволяет ребятам узнать и понять, как создаются те вещи, которые их окружают. А именно мы изучаем программу Компас, в которой мы работаем, создаем 3D-модели, а потом мы уже либо их печатаем, либо вырезаем. Я хожу уже, получается, первое полугодие, у нас начинается проект, то есть вот уже в конце декабря у нас сдача проекта, а именно диорамы. Там мы использовали различные материалы, такие как пластик из 3D-принтера и фанера, на которой мы вырезали как раз детали. Дизайнер виртуальных миров, интерактивных интерфейсов, художник-программист. Азы этих профессий будущего осваивают ребята из VR-квантума. На IT-направлении квантарианцы изучают современные языки программирования, знакомятся с искусственным интеллектом. Эти ребята не понаслышке знают, что значит быть айтишником. Еще одно основное направление – промробо-квантум. На начальном уровне занимаются программированием на Лего, на углубленном программировании на микроконтроллере, а уже на проектном модуле вы работаете с манипулятором, с немецким роботом, и в процессе обучения на каждом из этих модулей ты создаешь какой-то проект. В кванториуме открыто 7 основных инженерно-технических направлений, а также 3 дополнительных – математика, английский язык и квантошахматы. Набор на бесплатное обучение уже идет. В кванториуме 3 модуля – это водный, углубленный и проектный. А так как ребята с водного модуля переходят в основном на углубленный, поэтому водный освобождается, на который, в принципе, мы и приглашаем учиться всех детей, которые находятся в Сарове и в близлежащих районах. Узнать больше о направлениях кванториума можно будет на дне открытых дверей 18 декабря в 13 часов. Предварительная запись обязательно. Оставить заявку можно по номеру +7 910 875 20 54. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.